Катя солнечная и хорошая. Такой лучик солнца в нашей компании. Ну, такой экстраверт за всех нас. Благодаря Кате Авериной меня снимают на NSU Life. Что еще я могу сказать хорошего? Ну, естественно, она лучшая студентка Новосибирского госуниверситета. Михаил Петрович, а передайте привет Кате. Она вас очень-очень любит. Передаю привет. Спасибо, Михаил Петрович. Катя энерджайзер. Катя умная и Катя очень привлекательная. В античной литературе Катя как богиня. Честный, открытый человек, ты ничего не скрываешь, и этим ты меня подкупила. Дорогая Катя, я очень редко тебе говорю то, насколько сильно я тебя люблю, насколько сильно ты на всех нас влияешь. В хорошем смысле. Вот, наверное, сейчас самое время сказать это, поздравить тебя и с прошедшим днем рождения, и поздравить тебя с наступающим Новым годом. Я в новом году вам желаю новых впечатлений, увлекательных путешествий, новых друзей, чтобы все хорошо было с филологией и курсовой. Мне кажется, что успехи в учебе – это не самое важное. Важное – это довольство собой. У вас прекрасные друзья, и я уверена, что вам всегда будет очень хорошо. Чтобы с каждым годом ты была все счастливее, счастливее и счастливее. И так до самой старости на берегах Италии. Мы тебя любим всем своим сердцем. И нашу любовь намного больше двух корпусов НГУ. Желаю тебе в новом году быть не только самой красивой девочкой на втором курсе, уже на третьем, но и самой счастливой. И пусть твои близкие тебе в этом помогают. Я очень сильно надеюсь, что в наступающем новом году мы будем вместе, и у нас все будет круто. Люблю тебя. С Новым годом!